Что, поехали на вторую планету искать этого петуха. Так, значит, тут его нет на этой планете. Поехали дальше на другую. Ищем на Иона 5. Ледяная пустыня 10 уровня. А, ну мы как 10. Пожелаю Иона. Так, ну что, тогда этот напушим еще сложности на 1. Посмотрим, как будем вытягивать. Ледяная пустыня. Давайте, сложность экстремальный. Плюс 3. Ох, ёпты. Плюс минус 37 к нанесенному урону, плюс 60% к полученному урону. Нифига себе. Не стоит забывать, что ты сдох. А, да, я, кстати, сдох. Но я сдох, это не следил, надо было отбежать. Я сейчас тоже, кстати, за милишника буду снова отъехать. Так что... Ну, я экстремальный поставил, в принципе. Должны потянуть, наверное. И что тогда? Заново зайдем. Или как-то это вообще это работает, когда умирают. Миссия проваливается. Ну, дают нам всяких бонусов. Враги станут чутка помощнее. Хотя они останутся такими же. Так, а урона мы будем наносить меньше, а не больше. И все. Все, что меняется. Ну, я думаю, и подарочки должны быть прикольные. Пиздец, конечно, как всегда все, блядь. Тебя переначал, блядь. Интересное дело. Я этого и ожидал. В таких играх он если не хакает игру, то, блядь, прокачивается. Может, хакнул, слышишь? Может, хакнул. Так, что тут такое? Доверять Диме такое. Дамаг и ПР будет неплохой. Так, а что на двойку у меня? А, во, в куполе. Ну нахуй, блядь, тихо. Во, в куполе по тебе дальние атаки под моим меньше будут урон наносить. Получается, переходить на дальние атаки. Не, ну это если вдруг проблемы. Проблемы. Где такой варвар? Ну, сука, блядь. Тебе надо, чтобы с этого прыгал на них в толпу и ебашил. А это что за казнить, дальняя дистанция, разбивание брони, оглушение, критический удар. Рывок вперед, заканчиваясь сокрушительным ударом, максимальная дистанция. Вот, а, это типа чардж. Это круговой удар. Наотмашь, конус несовидный. А, ну понял, короче. Че, пацаны, ловите? Нормально. 220! Ой, гранату кинул, гранату кинул. Пойди тупанул. Аж пролагнул. Все, ладно, кидаю. Быть не задыхаю, смешно. На, пес. Ха, разорвало зацепить. Петушка. Они что-то лопаются, короче. Прикольно, еще карта не отображается, вообще непонятно, куда бежать. А поедим, да, если не звук. Либо по морю по какому-то. Inquisitor, we have received a distress call from a rogue trader in orbit. Вольного торговца на орбите, его транспортная команда появилась с планеты, привозит важные грузы, припасы в местные отряды администратора. Они смиренно просят нас защитить груз, пока не отобрали культиста. А, он пока, пойдем. За... Бля, в воздухе висят. Или что это? Я бегу. Цени, короче, снег в воздухе висит. Да. Получите груз, найдите Маркуса. Долго бежать 6. Так, вот мы на месте. аккуратно. Да, аккуратно. Получается, какие-то чуваки сидят. О, груз, блядь. We'll remove the cargo from the area, but it will take some time. The sensors located several cultist troops approaching your location. Get ready to defend the supplies. Че, сука? Он бегут, бегут, бегут. Мать его. Бомбус открыли. Опа. Чтобы меня не обстреливали. Заставил интернет прыгать. По кругу. Нате вам. Умирайте потихоньку. Теперь это чисто. Заебись. Тебя если убьют, то скорее всего дистанционно. Ну я поэтому поставил. Тут новый скилл открылся. Ой, я потом туда толстый. Что, слушай? А, его турель заебала. Че сумов? Хоть мы турели, по-моему, всех убили, нахуй. Волна отражена. Изи, Шурик, изи, блядь, разобрались с тобой. О, кстати, дали этот орбитальный удар, прикинь. Вон, возьми орбитальный удар. Толпу дашь. Тебя уже есть? А я не могу. А что? Я взял. А ты не можешь? Может есть, а есть? Смотри, он рядом с четверочкой, пятерки появляется. Пальцы пошли. Толпу могу разъебывать. Дня. Петухи хорош стрелять. А что то летит? Отлично. А просто не заебись. Размахнул. И смахнул всех. Живой лох. А, это еще волна была. Эту турельку, да? Поставить. А, ну все, мы это самое. Мы все ебанули. Можно хильнуться, ширнуться, сделать, короче, и взять хилочку. Ну слушай, на плюс 2 сложности мы тянем. И неплохо тянем, я тебе скажу. Ну. Погнали дальше. Так, вот тут какие-то сидят петушки. 200, давай вас смотри себе, вот. Кто хочет еще войны? Ну, вот те пацаны. Ой-ой, там босс бежит. Подходом. Ой-ой-ой. Ебать, меня нахуярили. Смотри, чувак там это. Да я говорю, мне на то, что-то не пихали. жесткий типец. Я чуть не отъехал. Сейчас обратно очки переодену, этих вообще ничего не видно. О, блядь. И, блядь, из меня, блядь, пот просто льется, я не знаю, я уже окно открыл, блядь. А у меня, кстати, тоже открыто, нормально, сижу. Я ж больной просто. Кто стреляет, блядь? Почему мне, блядь, дамажит? Это миной. Ага. Так, о, мы на месте. По-моему, я нашел какого-то петуха. Ой, это тетка, по-моему. This is an Adeptus Mechanicus quarantine zone, Inquisitor. You must leave. You should have told me that before I came in to rescue you. If that was an attempt at sarcasm, you're wasting your time. Rest assured, the Conclave will be notified of your support. I've been looking for you for a while. I need your expertise. I'm a high-ranking geneticist of the Machine God. My extraordinary skill set is undoubtedly best employed here. I have an Adeptus Astartes with grievous injuries on my ship, and I need him walking and talking. How often do you have the opportunity to work on one of the angels made flesh? This new information requires me to reconsider. I will accompany you, Inquisitor. Получено достижение. Задание завершено. Ну что, все, да, или еще почистить? Да, все, да, я хочу. Ничего не будет. Сейчас уже просто приближаться. Бля, не этот, блядь, контейнер, блядь, с этим, с лечебными надписями, блядь. Красный период. Какие-то петушки достались. Давай на всю магию. Хуйни. Посмотрим, как она выглядит. Тебя раскачать. Вот, смотри, у меня все становится заражено. О, вышла, выскочила. Аккуратнее, блядь. Сильно дамажит? Она меня не дамажит, кстати. А я продамажила. А меня что-то она домахнула, так неплохо. Тебе наказать, Швед. За то, что лютуешь. Опа! Открылась новые хуйни какие-то, два очка. Грозовой щит открылась. Ячейка на этот самый. Двуручный открылся. Дополнительная ячейка компонентов на новых инокуляторах. И 2 очка пассивных наук. Ебать, подхрывалась тут. Бля, еще уровень дали. И еще открылась, прикинь. Преодолев многочисленные трудности, мне все же удалось отыскать опытные магас биологис. В ходе поисков мародеры Телемы мне пришлось восстановить порядок на зараженной щадями Нургла астропатической линейной станции и показать тварям, что такое правосудие императора. Теперь магас биологис насчет лечения раненого Адепта Астартес. И вот тут, я надеюсь, может рассказать что-то важное о мученике. Судьба 10 очки под 600. Влияние в системе. Система АТО. Уровень влияния 2 достигнуто, бля, получается. Так, пустая ячейка. Ой, новые ячейки открылись. Можно усилить еще все скиллы. Офигеть. Так, дальняя дистанция. А вот это, кстати, интересная штука. Наверное, я вместо вот это возьму штуку. Щит. А, не, вот это вместо вот этого давайте я щит возьму. Такие дела ж. Так, и теперь надо все прокачать эти скиллы. А, я не то нажал. Так, ну и что сюда кинуть тогда получается? Круто. Увеличить эффект силы, увеличить снижение урона. Стоит, блядь, около этого петушка. А, сейчас мы у нее квест возьмем. Сообщение о состоянии космодесантника. Во-первых, нам следует знать, что у каждого космодесантника есть искусственный орган, который называется приан-мембрана. Благодаря ему, получая смертельные ранения, они могут встать в состояние анабиоза. Sus-An-Membrane It allows them to enter a state of suspended animation if they're lethally injured. I'm bringing him back slowly. Meanwhile, I have already completed the sanctified surgical rites and supplied this man with bionic and mechanical implants. Can I talk to him? You can talk to me, Inquisitor. I can't promise to answer all your questions, though. Well, first of all, who are you? Who are the Stormwatchers? With all due respect, I can't go into any classified details. You need to get the necessary clearance level first, but I can tell you this much. We are the Chamber Militant of the Conclave. We have been working for the Inquisitors of the Caligari Sector for a very long time, in secret. Do you always work for untrustworthy Inquisitors like Klosterheim? Klosterheim left me on the Martyr to die a useless death. Do I feel furious? By the Emperor, yes. But no, I don't think he is a heretic, if that is what you're implying. Do you have any ideas? Where could he be now? I am certain he is still on the Martyr. He is seeking something there, but I have no idea where the ship went. How did you find the Martyr in the first place? Klosterheim has ties to a mysterious sect of tech priests called the Requisitioners. They are the experts on the supposed tech relics of Uther Tiberius, the leader of the Martyr. They helped him to find them. They have a research sanctum on Cardian Two in the Chernobog System. Well, that's a lot of sorts. They might help me find the monastery again. Так понял. Новая улика. Улику потом нашел. Новая улика. Так, и что с этой теткой можно сделать? О, слушай, у нее что-то можно это. Компоненты перекачать, что у него можно. Шприц можно перекачать, я так понимаю, да? Восстанавливает 10 максимум за это. Останавливает 75. Подавление при использовании. А, у него можно менять, какие будут эти самые скиллы. А вот это что такое? Steam увеличивает весь урон на 10%. Увеличивает шанс критического попадания. Чуть весь урон на 200 на 5 секунд. На 20 секунд. А когда хиляешься... Ну фиг его знает. В принципе, вот это можно, кстати. Пускай будет. Так, окей. Так, я скиллы не докидал. Так, давайте вот эту штуку. Тут что это такое? Добавляет эффект уязвимости к силе. Нет, это фигня какая-то. Оглушение эффект оглушает, увеличит воздействие. Увеличивает... А, площадь? Да, площадь по-любому надо. Доставься ты, пес. Так, а это что-то увеличивает эффект силы? Давайте увеличим эффекты. Эффективность увеличим. Так, а тут что такое? Так, силы. Эффект замедления к силе. Шок к силе. Оглушение. Давайте оглушение. Пускай стоят оглушенные. Ну, тут тоже. Тут уже стоит оглушение. Какие чуваки пишут что-то. Какие чуваки? Не знаю, в чате мне показывается. Кто-то что-то пишет. Англичане. Как отключить чат? Нахуй. Ладно, общий чат. Угу. Добавляет отвод подавления к силе. Здесь подавление за удар. Критического урона к силе. Так-то что ли? О. Ништяк. Я пистолета не юзаю. Все, так я раскидал. А что нам надо делать? Дневник. А, мы нашли эту самую. Так, охота за мучеником.